Добрый день, уважаемые жители Ульяновской области и активные пользователи соцсетей. Сегодня я хочу рассказать о непростой политической ситуации в Димитровграде. Для тех, кто не в курсе, кратко напомню ее суть. 23 января городская дума Димитровграда назначила главой города Павла Архипова, оставив без внимания претензии прокуратуры и членов конкурсной комиссии по выбору главы города. Кто он? Чем занимается? Какие планы у него на наш город? Мы ничего не знаем ни о нем, ни о его работе, подчеркнула председатель ассоциации ТОС Димитровграда Ольга Галаева. Нам обещали, что к мнению общественников будут прислушиваться. А что в итоге? Я почти 30 лет работаю с людьми, и после вчерашнего назначения у меня разрывается телефон от звонков других горожан. Люди не знают его, не понимают, как его выбрали, говорит общественница Надежда Иванова. Решение было спорным и нарушило целый ряд законов, в числе которых как региональные, так и федеральные, а также устав города Димитровграда и порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Димитровграда. Так что же получается? Вместо активной и эффективной работы коммунисты в городской думе Димитровграда наплевали на закон своими действиями. Ответ на этот вопрос уже совсем скоро даст суд. В качестве ограничительных мер на период разбирательства суд отменил целый ряд кадровых назначений. Если посмотреть со стороны объективным взглядом, ситуация вырисовывается очень интересная. Едва вступив в должность, Архипов, вероятно, занялся не решением проблем Дмитровградцев, а трудоустройством своих приближенных на теплые места. Сразу же было введено несколько новых должностей и не кого-нибудь, а первых заместителей главы города, кстати, с большими зарплатами. Их число сразу же увеличилось с двух до трех. Кроме них были и другие кадровые назначения, без оглядки на квалификацию и опыт этих сотрудников. Оказался среди них даже человек с уголовным прошлым, на что не обратили при трудоустройстве в отделе кадров никакого внимания – Интересно, что хорошего и полезного для людей смогли бы сделать такие чиновники. Выбирая коммунистов во власть, старшее поколение и молодые избиратели надеялись на то, что жить им станет легче и лучше. В лице КПРФ они видели своих защитников, которым можно всегда обратиться за помощью, когда сами уже не в силах решить насущные проблемы. Но что в итоге получилось? Вместо выполнения обещанного, члены КПРФ, вероятно, стали первым делом решать свои проблемы, расширять штат городской администрации и трудоустраивать разных людей на высокие и ответственные должности. Так что же это получается? Как ни крути, выходит, что манифесты, крики с пеной у рта ряда коммунистов вдребезги разбиваются о факты. И это факты, с которыми спорить очень сложно. И справедливую оценку им уже скоро даст суд. Ну а мне очень жаль тех людей, которые поверили коммунистам и ждут, что их проблемы скоро решатся. Но, как известно, обещанного ждут три года, а иногда и намного дольше. В ожидании решения суда некоторые представители КПРФ ведут себя, мягко говоря, неэтично. На днях коммунисты провели пресс-конференцию, в ходе которой позволили себе дать оценку действиям суда. Депутат Госдумы Алексей Куриный назвал действия по защите законных прав граждан Димитровграда и Ульяновской области саботажем, а его аргументы не выдерживают никакой критики. Послушайте сами. Сегодня мы собрали пресс-конференцию, на наш взгляд, по чрезвычайному, очень острому вопросу для города Дмитрограда. Это вопрос власти. Самое главное, я напомню, что 3 октября новый состав городской думы вступил в свои полномочия. 26 депутатов из 30 сегодня представляют фракцию КПРФ. И, соответственно, имеют полную возможность, полное доверие со стороны жителей для того, чтобы проводить соответствующую политику, но не имеют возможности по одной простой причине. На протяжении фактически 4 месяцев губернатор со своей командой саботирует проведение конкурса по назначению главы города Дмитровграда. Со своей стороны нами принят ряд э, мер. Ну, первое, безусловно. Э, в настоящее время мы считаем, что легитимным главой исполняющей обязанности главы города Димитровграда в рамках наложения обеспечительных мер является Шишкина Людмила Петровна. Соответственно, Гадальшин никаких э, прав сегодня не имеет, как вы, хотя и пытается еще то подписывать. Вот сегодня нам приложили распоряжение уже от 28 числа, где он якобы отменил одно из распоряжений. Архипов, Архипов, на данный момент получается, что коммунисты игнорируют решение суда и буквально захватили мэрию. Сейчас кабинет главы города безосновательно заняла Людмила Шишкина, которая, кстати, не имеет на это никакого права. Чтобы навести порядок в мэрии, пришлось обратиться за помощью к полицейским, где это видано. Но решить конфликт не удалось даже в их присутствии и с их помощью. Как заявила пресс-служба губернатора Сергея Морозова, депутаты от КПРФ в городской думе Димитровграда и Законодательном собрании региона намеренно искажают все факты. Эти действия расшатывают ситуацию в городе и не решают накопившиеся проблемные вопросы у димитровградцев. Отмечу, что некоторые депутаты от КПРФ позволяют себе буквально диктовать городской думе Димитровграда важные политические решения и действия, что противоречит Конституции Российской Федерации, федеральным и региональным законам. Уважаемые жители Ульяновской области, глава города Димитровграда должен быть компетентным человеком и профессионалом. Это позволит ему исполнять свои полномочия и решать важные вопросы в экономике, образовании, культуре, здравоохранении. Димитровград – это стратегически важный город Ульяновской области. Здесь сосредоточены важнейшие объекты не только регионального, но и федерального значения. Недопустимо, чтобы власть в Димитровграде оказалась в руках человека, не готового к такой стратегически важной работе. Восстановление порядка в городе – это лишь дело времени. А пока хотелось бы пожелать жителям Димитровграда терпения и мудрости. Уважаемые ульяновцы, доверяйте только проверенным источникам информации, не паникуйте и никогда не поддавайтесь на провокации.